В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. Оплата жилищно-коммунальных услуг и счетов за отопление – один из актуальных вопросов для многих жителей нашего района. В конце прошлого года к жильцам начали приходить квитанции. Суммы на платежках заставили поволноваться многих. 25 января состоялась встреча специалистов администрации района и города, представителей ресурсоснабжающих компаний и управляющих домами. О том, как прошло собрание, далее в нашем эфире. Муниципальный форум «Управдом» проходит в нашем районе не впервые и уже показал свою эффективность в решении ряда вопросов. В начале встречи глава администрации района Ильшат Вазигатов ознакомил присутствующих с регламентом собрания. Всем известно, что инициатором явились встречи, ускорением наших встреч явились УПА и другие города, которые обратились по поводу роста тарифов на тепло и горячую воду, и в том числе на другие услуги, вопросы будем рассматривать. Вопросы, они непростые, но в то же время по тому, как изучили наши надзорные органы, комиссия, созданная в республике, по вопросам соответствия, несоответствия предъявленных счетов, действительности, нормативам и другим положениям, которые в сфере ЖКХ действуют. Есть моменты, где и переток, есть недоотапливание, но при этом счета выше более чем на 42% должны быть пересмотрены управляющими компаниями совместно с теплоснабжающими компаниями. И вот эти вопросы мы с вами обсудим и до вас доведем, как мы это будем выполнять и исполнять. О проделанной за прошедший год работе в рамках благоустройства города рассказал глава администрации городского поселения Фирдавес Мендияров. Одним из самых важных и насущных вопросов для жителей, проживающих в многоквартирных домах, является вопрос благоустройства дворовых территорий. Задача благоустройства сводится к созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни населения. Каждый житель многоквартирного дома хочет, чтобы в его доме было чисто и уютно, а на придомовой территории комфортно и безопасно. Одной из таких программ стала программа по комплексному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов «Башкирские дворики», инициированная главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. За 2 года реализации башкирских двориков в городе Янаул выполнен комплексный ремонт придомовых территорий 22 многоквартирных домов. Общая сумма средств, направленная на благоустройство, составила 37 380 000 рублей. Его выступление вызвало живой отклик. Участники встречи задавали различные вопросы. Среди них и участие в программе «Башкирские дворики», и возможность благоустройства тех территорий, что в данный момент не соответствует нормативам. Об итогах деятельности управляющей компании УЖКХ за 2020 год рассказал ее директор Руслан Юсупов. В 2020 году были проведены работы по строке «Текущий ремонт» в многоквартирных домах на сумму 12,9 миллионов рублей, что составляет 105% к начисленным по этой же строке услугам. То есть на 5% больше выполнено, чем мы начислили жителям по текущему ремонту. Значит, основные работы – это внутридомовые инженерные сети, отопление, ХВС, ГВС, водоотведение. В своей речи он также отметил, что на сегодняшний момент у населения накопилась большая задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг, что значительно затрудняет работу организации. У представителей многоквартирных домов возникло множество вопросов к спикеру. Среди них текущий ремонт подъездов, содержание и обслуживание многоквартирных домов, проверка технического состояния приборов учета тепловой энергии. Одна из наиболее острых тем обсуждения была посвящена начислению платы за отопление в многоквартирных домах. О том, как происходит процесс подачи тепла, разъяснил директор Янаульского филиала акционерного общества «Башкоммунэнерго» Денис Прозоров. В связи с многочисленными вопросами, которые поступили в адрес ресурсоснабжающей организации, хотел бы сразу подытожить, задать вопрос, почему увеличился тариф.
Хочу сказать, что тариф у нас не увеличился. Тариф остался тот, который был 2152 рубля 19 копеек. Увеличилось просто потребление. Тоже многие говорят, а вот в Нефтекамске тариф такой-то нет. Вот если вы посмотрите на слайд, то в Нефтекамске тариф больше, чем у нас в Ленобласти. Так что тариф у нас относительно нормальный. Как неоднократно уже сообщалось в СМИ, с 1 октября 2019 года Республика Башкортостан перешла на оплату за тепловую энергию на 1/8. То есть мы перешли с 1/12 на 1/8, то есть на фактическую оплату тепловой энергии. Чем это связано? То есть сколько в узел учета тепловой энергии ваш показал, столько будет начислено за тепло в вашей квитанции. Из этого следует, что теперь ключевым фактором, влияющим на стоимость отопления при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии, является температура наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше дом потребит тепловой энергии на поддержание комфортной температуры в помещении. Как отметил руководитель ресурсоснабжающей организации, работа приборов учета теплоснабжения – эффективный способ экономии затрат на тепло. Генеральный директор республиканской коммунальной компании Салават Валеев рассказал о ближайших планах модернизации котельной номер 1, что позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Как отметили представители ресурсоснабжающих организаций, в нашем районе по итогам проверки только в 10 домах зафиксирован так называемый перетоп. Для этих жителей будет произведен перерасчет. В ходе встречи управляющие домами озвучили множество актуальных и проблемных вопросов. По словам специалистов администрации управляющей компании, в ближайшее время они будут отправлены в разработку. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Круглый стол об итогах работы агропромышленного комплекса за 2020 год и планах на 2021 прошел в детской школе искусств 26 января. Сельхозтоваропроизводители обсудили актуальные проблемы, достижения за последние 3 года и наметили планы на будущее. Открыл совещание глава администрации района Ильшат Вазигатов. Производительность труда составит 1 345 000 рублей на одного работника. Занятого сельхозпроизводства. Выручка от реализации продукции по сельскохозяйственным предприятиям района, по данным прогнозных расчетов СПК, превысит прошлогодний уровень и ожидается на уровне 1 миллиарда 46 миллионов рублей. Для сравнения, в 2019 году данный показатель 947 миллионов рублей. То есть мы почти на 100 миллионов прибавили. Ожидаемая прибыль по сельхозпредприятиям района составит более 76 миллионов рублей. При этом рентабельность производства ожидается на уровне всего 8%. Хотя это плюс тоже неплохо. В целом по АПК в сельскохозяйственном производстве работает на сегодняшний день 1002 человека. Об эпидемиологической ситуации в сельхозпредприятиях Янаульского района рассказал начальник ветеринарной станции Илвер Вильданов. Обстановка по особо опасным болезням животных в республике остается благополучной, за исключением лейкоза. Что касается ситуации, которая нас сейчас волнует, в наше время резко ухудшается обстановка по африканской чуме свиней. Республика Башкортостан остается каким-то островком благополучия. Вокруг везде бушует вот эта болезнь. Последний вот с сентября по декабрь месяц Самарская область, она вся горит, более 100 пунктов африканской чумы свиней. И основным распространителем вот этой болезни сейчас являются кабаны, которые вот до декабря были такие хорошие условия для перемещения вот этих кабанов в связи с тем, что мало снега было в этом году. И вот из-за этого резко вот они повсеместно пошли по всем регионам. И вот Татария в последнее вот время опять 2 очага среди диких кабанов. Если даже среди диких кабанов появляется вот эта болезнь, в целом на регион накладывается карантин и выпуск какой-либо продукции, независимо там не только по свиноводству, а животноводской продукции встает, она встает. И, соответственно, в экономическом плане она невыгодна ни для кого. Руководитель отдела маркетинга и реализации продукции акционерного общества «Уралплемцентр», город Екатеринбург, Михаил Козырев осветил преимущества, которые могут получить организации при сотрудничестве с племенным центром. Значит, у нас в организации существует 5-ступенчатая внутренняя оценка качества.
То есть сперма, перед тем, как она к вам попадет, она проходит много этапов контроля. Для того, чтобы исключить как раз несоответствие ГОСТам, исключить различные заболевания, ну и чтобы она просто у вас работала. Вот. В ходе совещания были заданы вопросы, касающиеся финансирования закупок расходных материалов, мер борьбы с опасными вирусами животных, нововведений в положении о кремации. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в прошлом году, в связи с коронавирусной инфекцией, мы с руководителем сельхозпредприятий, со специалистами не смогли провести ни одно совещание в прошлом году, проводилось только в формате онлайн, и уже прекратился контакт, общение с руководством. Не хватает общения, и из-за этого было принято решение как и главой нашего района, так и с управлением сельского хозяйства организовать сегодня совещание, пригласив всех руководителей, фермеров, крупных фермеров нашего района, на котором запланировано обсудить итоги деятельности за 3 предыдущих года, сделать анализ, какие успехи могли добиться, где какие-то есть недоработки, и на основании этого уже подсказать, рекомендовать руководителям, на что больше обратить внимание. На основе полученной информации были подготовлены рекомендации, которые помогут сельхозпроизводителям повысить эффективность своего производства и снизить себестоимость. Регина Фазылова, Аяс Хабибулин, служба новостей Янаульского телевидения. О том, как вести себя во время пожара, каждый из нас слышал еще со школьной скамьи. Однако предугадать свое поведение в случае беды невозможно. В октябре прошлого года в Янауле в многоквартирном доме на улице Некрасова произошло возгорание. Жертв удалось избежать, эвакуированы были 12 жильцов, включая 5 детей и 1 человека преклонного возраста. В спасении людей пожарным помогали и добровольцы. Среди них житель этого дома Дарвин Ахмадулин. 26 января мужчину наградили благодарностью главы администрации района за мужество и решительность, проявленные при тушении пожара. В этот момент и было субботу, как раз выходной день. Все явно, конечно же, были дома. Вот это произошло ближе к обеду, даже 12-15. Как мы заметили, мы с детьми были, находились дома с семьей. Увидели, ну, в окно, супруга увидела, что идет дым, получается. И мы незамедлительно, конечно же, получается, мы в панику не впали, незамедлительно одели детей. Потом я выхожу, думал, через подъезд будем выходить, а оказывается, там задымлено, выхода нет. Я потом решил, мы будем выбираться через балкон. Да, получается, как уже ребята помогли лестницу поставить. Первым делом я спас свою семью, детей. Потом через балкон соседняя девушка, она беременна, ее ребенка. Соответственно, когда я уже убедился, что моя семья в безопасности, я, конечно же, не бросил, а и начал спасение соседей. Я знал, что там на 5-м этаже как раз стоял ребенок на балконе, тоже задыхаясь дымом. В данный момент я что-то страха не было. Я знал, что я должен спасти свою семью и ближних соседей. Как бы страха в этом не было. То есть самое главное — не паниковать. Помогать — это наш долг, я так считаю. Мы должны, не только, спасая себя, ты не должен забывать о других. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране — более 3 793 тысяч жителей. В Башкортостане их число 23 745 человек. В России 19 138 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 168 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчичак Нурулина. По состоянию на 28 января в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции остается пока напряженной. За эту неделю наблюдается небольшое снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 54 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них по состоянию здоровья 4 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. В республиканские учреждения направлены на лечение 2 человека. Остальные пациенты с легким течением заболевания находятся на амбулаторном лечении COVID, в том числе
6 школьников получают амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции. Согласно предписанию Роспотребнадзора, на карантине на 14 дней находится под медицинским наблюдением 88 контактных лиц. За весь период работы обследовано на новую коронавирусную инфекцию 17 450 жителей Янаульского района. На 28 января в район поступило всего 265 доз вакцины гамковид-вак. Все привитые чувствуют себя удовлетворительно, поствакцинальных осложнений не зарегистрировано. И как поступит вакцина для населения, обязательно мы известим вас через СМИ. Ежедневно все-таки пока продолжают регистрироваться новые случаи заболевания, и поэтому мы просим населения не расслабляться и рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Стараться не находиться в помещениях с большим скоплением людей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! В нашей республике продолжается конкурс «Трезвое село». Если на муниципальном этапе соревновались более 2000 сел и деревень, то к концу года были определены 54 финалиста. Именно они поборются на республиканском уровне. До марта каждому участнику предстоит показать на деле, насколько успешно в селе решается вопрос злоупотребления алкоголем. Среди финалистов республиканского тура и село Орловка Янаульского района. Готовы? Готовы? Го! 27 января в Орловском сельском клубе царило оживление. Здесь проходила товарищеская встреча по армрестлингу среди мужчин. Инициатива проведения соревнований возникла у Совета отцов сельского поселения, и жители с воодушевлением восприняли идею. В состязаниях участвовали без малого 20 представителей сильного пола. За соблюдением правил армрестлинга следил судейский состав. По словам участников, они стараются вести здоровый и активный образ жизни. Мы летом вот каждый вечер с друзьями выходим на вот как раз на пробежку. Мы бегаем по 6-7 километров. У нас и, ну, как у всех сейчас есть вот эти смарт-браслеты. Мы включаем это, также бегаем, также на великах увлекаемся. Ну, тоже вот так с друзьями собираемся, катаемся, увлекаемся вот спортивными разными. Также я провожу и вот летом всякие соревнования, игры, вот так собираем людей, играем в футбол, баскетбол. На территории школьной площади у нас есть футбольные ворота, баскетбольная корзина, вот там мы все собираемся, играем. Ну, решил попробовать прийти, так как выпал мой соперник, это братишка, я решил ему поддаться, чтобы у него было побольше возможностей. На данный момент он еще ученик 9 класса, поэтому ему это еще предстоит все в дальнейшем. Мне это уже как бы, я уже, можно сказать, все это знаю, осилил. Возраст участников разнообразный. Самому молодому спортсмену 16 лет, старшему 50. Каждый мужчина вкладывал все свои силы в борьбу. Болельщики поддерживали своих героев, а участники оценивали силы потенциальных соперников. Надо заметить, что в селе Орловка Янаульского района довольно-таки часто проводятся различного рода мероприятия. Но при этом очень мало внимания было уделено именно мероприятиям для мужчин. И сегодня мы решили заполнить данный пробел и провести товарищескую встречу именно для мужчин возрастов от 16 до 65 лет, данную товарищескую встречу. Нужно заметить, что мужчины восприняли это на ура, потому что действительно им до этого было уделено очень мало внимания. Они уже спрашивали заранее, во сколько будет, читали афиши, звонили в администрацию сельского поселения, узнавали, интересовались. И сегодня более 10 человек у нас различных категорий собралось. Показали себя они в равных боях по равным категориям. Наблюдая за мужчинами, мы поняли, что для них это очень важно, когда им уделяется такое внимание. Они уже сегодня подошли и спросили, а какие дальше мероприятия в рамках конкурса «Трезвое село» и вообще другого рода мероприятий у нас будут проходить. И именно им хотелось бы принять в этих участиях мероприятия. Отмечу, что в скором времени у нас будет автопробег. Наши мужчины уже заинтересовались и готовят свои машины.
По итогам встречи победители были награждены почетными грамотами и призами. Абсолютным лидером соревнования стал Вячеслав Кутляхметов. Также памятные сувениры получили самые юные и самые пожилые конкурсанты. Всем участникам были вручены памятные подарки. Без призов и заряда бодрости не ушел никто. Гульнара Ситдикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В условиях обильных снегопадов многие жители беспокоятся о своевременной очистке улиц, дворовых и прилегающих территорий от снега. Снегоуборочная техника выходит на уборку ежедневно по графику. Комплексная очистка проводится для улучшения движения автотранспорта и передвижения жителей многоквартирных домов. Убранный снег с придомовых территорий техника вывозит за пределы города на специальные полигоны. Управляющей компанией ОЖКХ в зимнее время года проводится комплексная очистка дворов на придомовых территориях многоквартирных жилых домах. Заранее вывешиваются объявления на информационных досках у подъездов. Также объявления есть в соцсетях в нашей группе ОЖКХ. Также проводится работа со старшими по домам. Тоже их ставим в известность, но при этом не всегда бывает, что все машины убирают жители многоквартирных домов. И получается то, что техника не может полностью убрать придомовую территорию, а также стоянки. Практически каждый день мы убираем и пытаемся сделать комплексную очистку дворов. В двух, бывает даже где-то в трех многоквартирных домах. Содействуют также, кроме техники ОЖКХ, нам как помогает, содействует нам частная организация, также организации, которые находятся и работают в городе Янаул. Прежде чем составить график уборки территории, делается обход, проезжаются все дома, осматриваются, и потом делается график, и по этому графику уже работаем. Содействуют очень хорошо старшие по домам, оповещают своих жителей. Также у них есть у некоторых свои группы, как и в WhatsApp. И они, да, очень хорошо содействуют уборке. Машины уже с утра, прежде чем прийти к технике, уже дворы освобождены. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника». Оставайтесь с нами. «29 января ожидается пасмурная погода без осадков, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью -6, -8, днем -3, -5 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7, -12, при прояснениях до -17, днем -0, -5, местами до -10 градусов. Находка объявляет неделю «Черной пятницы». Кофе «Жокей Триумф» 99,99. Конфеты «Самый умный» 249. Вареная сгущенка 79. Чай «Ахмат» 139 рублей. Срок акции по 31 января 2021 года. Подробности у продавцов. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Алсу Щепотева. 12 января в одном из магазинов города произошла кража. Неизвестный мужчина похитил два шуруповерта. Личность преступника была установлена по горячим следам. Им оказался 27-летний житель Нефтекамска. Еще чаще с прилавков магазинов пропадает алкогольная продукция, и фигурантами преступлений, как правило, становятся мужчины.
Но на прошлой неделе отличилась представительница прекрасного пола. Неизвестная женщина умыкнула из магазина флакончик духов. Однако она попала в объектив камеры магазина, и, как показывает практика, ее личность вскоре будет установлена. 15 января в одном из хозяйственных магазинов Янаула был установлен факт реализации спиртосодержащей продукции. Выездом следственно-оперативной группы было изъято 17 флаконов фармацевтического антисептического раствора объемом 100 мл каждый. В этот же день сотрудники полиции выявили факт реализации незамерзающей стеклоомывающей жидкости с вероятным содержанием метанола, превышающих норму. Из магазина было изъят 21 баллон, каждый объемом 5 литров. По данным фактам проводятся проверки. 15 января в отдел полиции обратилась жительница села Карманово и сообщила, что накануне вечером ей позвонил незнакомец. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что ей необходимо заблокировать все банковские карты во избежание несанкционированного списания средств со счета. Голос на том конце провода звучал весьма убедительно. Женщина поверила мошеннику и продиктовала все данные своей карты. В результате разговора буквально за несколько минут со счета потерпевшей преступники сняли свыше 92 тысяч рублей. Еще один подобный случай с участием телефонных мошенников произошел в деревне Наниды. На телефон потерпевшего в течение вечера поступали звонки с разных неизвестных номеров. И вновь преступник представился сотрудником службы банка. Он сообщил, что неизвестные лица хотят оформить на его имя кредит на строительство дома и убедил мужчину самому оформить сразу несколько кредитов в различных банках на общую сумму 850 тысяч рублей. Далее эти денежные средства мошенник перевел на различные банковские счета. Уважаемые жители Янаульского района, будьте бдительны и осторожны. Как правило, мошенники находятся за тысячи километров от места преступления. Вычислить и вернуть деньги практически невозможно. Никогда не сообщайте третьим лицам данные своей карты, тем более секретный код на ее обороте. Это гарантия безопасности ваших сбережений. И самое главное, при любых сомнениях, подозрениях или беспокойстве, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, он обычно указан на обороте банковской карты. Что не поделили 13 января двое приятелей, теперь выясняют следователи. Как часто бывает, душевная поначалу беседа переросла в ссору, а затем и в драку. Одному из собутыльников с ушибами мягких тканей головы пришлось обратиться в приемный покой районной больницы. Трагедия едва не закончилась ссора в доме жителя деревни Новый Сусадыбаш. Местные жители поначалу мирно выпивали, а спустя некоторое время один из них 1974 года рождения получил телесные повреждения кухонным ножом. 24 января за помощью к сотрудникам полиции обратилась 36-летняя жительница 52-го квартала. Женщина сообщила, что ее избил законный супруг. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Семейный скандал быстро перерос в драку. В результате произошедшего его жене с многочисленными гематомами и ушибами пришлось обратиться за медицинской помощью. За две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Выявлено более 461 нарушения правил дорожного движения. В том числе 47 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 12 автолюбителей нарушили правила обгона. 5 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. Первого февраля в приемной президента России состоится горячая телефонная линия с участием уполномоченных лиц Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. На горячую линию можно позвонить по вопросам предоставления компенсации на отопление жилых помещений и коммунальных услуг льготным категориям граждан, а также по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми. Звонки принимаются с 10 до 12 часов. Номера горячей линии 8-347-229-74-58, 8-347-229-74-76.
Уважаемые янаульцы, с 25 января в Республиканском центре социальной поддержки населения начал работу единый многоканальный телефонный номер 8-347-280-80. Многоканальный телефонный номер доступен в будние дни с 8:30 до 17:30, выходные, субботы и воскресенье. Для соединения с филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения по Янаульскому району необходимо набрать дополнительный номер 105. Обращаем ваше внимание, что время разговора оплачивается по тарифам вашего оператора телефонной связи. Информирование граждан по ранее действовавшим номерам телефонов горячей линии будет прекращено с 1 февраля 2021 года.